Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Кравченко. И в следующей лекции мы с вами разберем основания, причины, ситуации и случаи восстановления объектов на балансовом учете. Их не так много, но тогда, когда они появляются, вместе с ними появляются и проблемы. Вот эти проблемы мы решим в рамках нашей встречи. Смотрите на видеоконсультант.